В эфире новости на канале «Губерния». В студии Сергей Сергеев. Здравствуйте. И вот о чем расскажем в ближайшие 20 минут. В регионе стартовала подготовка к новому отопительному сезону. Какой объем работ предстоит выполнить и что уже сделано, расскажем. 51 пожар из-за неосторожного обращения с огнем. И это только в Жигулевске. Местным дачникам напомнили, как не подвергнуть риску себя и соседей. Можно ли жарить шашлык и сколько нарушителей выявили. Две недели стрит-арт-мероприятий. Стало известно программа фестиваля набережных «Волга-фест». Он пройдет в Самаре уже в пятый раз и стартует в следующий понедельник. Что приготовили организаторы, мы узнали. Сегодня начал работу 24-й Петербургский международный экономический форум. Напомню, в 2020 году он из-за пандемии был отменен. Но на этот раз организаторам удалось продумать все меры безопасности.